Всем халловьте, дорогие друзья, у микрофона, как обычно, Дамриэль, и я рад вас приветствовать на новом ролике. Сегодня мы с вами посмотрим на демо-версию новой игры «Аэропорт Реноватор». Это один из кучи всяких симуляторов работ чего-либо, по типу реноватора ЖД-станций, по типу симулятора мойщика, по типу хаус-флиппера, и вот еще сейчас даже скоро подъедет хотел-реноватор. В общем, пацаны решили сделать симуляторы-реноваторы всего, чего только можно и чего только невозможно. Поэтому всем приятного просмотра, ребятушки, погнали. Жмем New Game. В демо-версии нам с вами доступен только один заказ в Южной Америке на 50 тысяч долларов. Погнали работать. Посмотрим, как это выглядит все. Полетим на таком самолетике. Надеюсь, музыка беспалевная. Ну, по идее, да. У них, я думаю, что уже денег хватает на то, чтобы писать свою какую-то уникальную музыку для игр. Как можете, кстати говоря, заметить, демо-версия на английском языке, но на выходе разработчики обещают наличие русского языка. О, как пафосно спускаемся на парашюте. Здрасте, здрасте. Это, видимо, этот аэропорт нам с вами и придется реновировать. Кому он тут нужен вообще? Он находится в глуши какой-то. Надо кому здесь вообще что-то делать? Фиг его знает. Так, какие у меня задачи? Что мне предстоит делать? Чем мне предстоит заниматься? Так, find the door to the hangar и use the axe to destroy замок. Вот, судя по всему, нам туда все подсвечивается. Это просто великолепно. Пойдемте, найдем door и долбанем по нему аксом. Так, на шифте, кстати, быстро так летает. Оп-оп-оп. Так, на правую кнопку мыши открываем топорик. Давайте-ка, оп, хлоп, все, открыли. Open the door, заходим. Здрасте, есть кто? Turn the power on the fuse box. Это, видимо, нам сюда, и это, видимо, электричество, да? Та-дам, ну да, оно. Ой, тут срача, ё-моё. Это мне все это убирать придется, да? Жесть. Ладно, turn the radio receiver on... Так, и... Так, вот это радио ресивер, да? И вот эту хренотень, рацию нам нужно взять. Хорошо. Амелия. Так, finally, хренайнали. Чё мне дальше надо? Cut the trees. Вот, cut the trees. Пойдемте катить трисы. Хорошо, что все подсвечивается. Так хоть понятно, что нужно делать. Кстати говоря, на левую кнопку мыши, я заметил, можно накопить вот так силу удара. И это, скорее всего, эффективно, чем просто так бить. Ну-ка, давайте попробуем. Так, ну вот так вот чуть-чуть мы, да, сносим. А если полностью накопить? Оп. О, все, видите, сразу упало. Давайте следующее дерево. Офигеть, 1925 баксов нам дали за срубку дерева. Может, нафиг мне эти аэропорты? Я готов, в принципе, только рубить деревья и получать за это по 2000. Особенно, знаете, в реальной жизни, да, было бы круто. Срубил дерево, два косаря бочей поднял. Вообще великолепно. Ладно, you made it, да, я made it. Браво. Use the axe to open airdropped box. А, вот, нам отсюда что-то сейчас упадет, походу. Да, ну срач тут, конечно, такое себе. Судя по всему, здесь давно никого не было. Так, airdrop incoming, вон, летит. Сейчас ситуация, знаете, немного напоминает Rust. Вот если кто играл, я думаю, поймут. Ну, либо в PUBG, в принципе, механика-то аирдропов везде одинаковая. Когда стоишь вот так вот, караулишь аирдроп, а тут кто-нибудь еще с леса в тебя подстрелит. Блин, тут смотрите, глушь вообще, кому тут что нужно? Я не понимаю, зачем этот аэропорт? Кому-то понадобилось ремонтировать. Опа. А ну, подождите-ка. Help the God. Ты как туда забрался, дружище? А ну, слезай давай. Не хочешь? Ну, посиди. Короче, у нас появилось задание снять козу с крыши. Без проблем, сейчас придумаем, как ее снять. Все. Interact. Ну-ка. Это для чего? Blower. Blow the sand off the airstrip. А, то есть нам нужно песок убрать с взлетной полосы. Ну, давайте начнем. Тут надо? Не, не тут. А, вот уже что-то, смотрите. Уже что-то сдувается. Офигеть, бабки тикают, посмотрите. Не, все, я теперь хочу новую работу. Я хочу сдувать пыль, и чтобы мне столько же платили.
Вот прикиньте, мы с вами уже чуть-чуть вообще постояли. Уже сколько? Косарей, наверное, 5 натикало, точно. Не знаю, просто сколько у меня после срубки деревьев было. Хотя, смотрите, если за одно дерево нам давали по 2000 долларов, то, скорее всего, вот, мы сейчас с вами чуть-чуть прошлись, десятку тупо заработали. Вообще нормально. Не, ну если так легко будет бабки добывать в этой игре, то это неинтересно. Хотя, с другой стороны, может быть, здесь цены будут слишком высокие. Скорее всего, эти деньги нужно будет тратить на новые, наверное, инструменты, может, какую-то прокачку. Тут на что там еще обычно в этих играх тратится? Типа покупка своих каких-то проектов, ну это типа как в House Flipper. Купить какую-нибудь хату, восстановить ее и продать дороже. Как это в этой игре будет выглядеть, я без понятия. Что-то, кстати, еле тарахтит вот эта штука. Я громкость в игре уменьшил, потому что уж слишком она была громкой в меню. Не знаю, пока не буду добавлять. Прямо музыки тут нету. Есть ли смысл? Так, нам нужно, судя по всему, до конца дойти. Ну, давайте сделаем. Мы же крутой реноватор аэропортов, судя по всему. Знаете, обычно такие игры начинаются, что ты покупаешь какой-то бизнес. Ну, вернее, не покупаешь, а просто типа начал свой бизнес. Все. И ты типа, знаете, как снизов что-то там начинаешь, что-то карабкаешься. А здесь вот уже сразу чувак на пафосе просто с самолета прыгает с парашютом. Сюда и такой, опа, здрасте, я готов работать. Впервые, на самом деле, встречаю такое начало в таких играх. Обычно ж, ну, реально, начинаешь же каким-то вот просто нищим уродом. Без всего просто. А тут тебе, смотрите, парашютик такой туда-сюда, туда-сюда. Нифига, кстати, песка. Когда шел, я вот не замечал, что здесь, знаете, такая гора стоит. А вот сейчас сдуваешь, так нормально. Я стараюсь как бы сдувать, как, знаете, как вот в реальной жизни, ну, то есть логично, да? Я иду и сдуваю с полосы в бок. Но, судя по всему, здесь это не работает, и можно сдувать как хочешь. Ну, мне кажется, как-то будет правильнее сдувать в сторону. Смысл, я буду гонять песок по взлетной полосе, ради чего? Мне же платят деньги за выполненную работу, правильно? Ну, скорее всего, раз меня люди пригласили в эту дыру отремонтировать, скорее всего, они меня считают профессионалом. Может, где-то в интернете обо мне слышали. Может быть, журнальчик какой-то прочитали. Мы ж не знаем даже историю нашего героя. Кстати, было бы неплохо вообще добавить какую-то вот, действительно адекватную предысторию. Просто, как правило, в таких играх ее нету. Мы сразу стартуем. Типа, обучение — это первый заказ наш, и все. И больше нам никаких данных не дают. А так был бы какой-нибудь мини-сюжетик, но почему нет? Хотя бы, знаете, было бы прикольно. Хотя бы что-то вникаешь там. Что-то понимаешь вообще. К чему ты стремишься? Может, там, не знаю, заработать себе на безбедную старость. Так, задание у нас выполнилось. Ну, давайте уже додуем до конца, потому что ну, неправильно так оставлять. Мы же с вами профессионалы, профессионалы. Мы все производим до конца. Любую работу доделаем, чтобы заказчик был доволен. Ну, и знаете, как-то самому приятнее. Вот вроде, да, доделал. Так, а к нам еще новый airdrop падает. Видимо, новый инструмент подъедет. Ну, знаете, как-то вот самому приятнее. Вот доделал, смотрите, да, вот как сразу преобразилось. А ну, что нам в этот раз дали? Давайте проверим. Достаем топорчик. Let's check box, окей. Так, это что? А, это триммер. Ну, конечно же. Ну, тут, знаете, такие заросли, которые напрашивались, что их нужно будет по-любому косить. Так, интерактируем это дело. И выбираем, а где она? А, вот. Так, move the grass in front of the terminal. А, то есть, смотрите, нужно вдоль взлетной полосы простричь. Еще и на самой взлетной полосе. Ну, давайте оттуда начнем. Можно даже вот уже здесь сразу начать. Кстати говоря, можно, смотрите, вот так на шифте бежать. И стричь вроде как выполняется. Вроде засчитывается. Хорошо, что подсвечивается. Но на самом деле, вот лично я, например, привык к House Flipper. Я очень много в него играл. Привычнее, знаете, когда есть мини-карта, на которой отображается инфа. Те же самые загрязнения, та же самая трава. Ну вот, ребят, кто играл в House Flipper, тот по-любому будет знать, как же кайфово там стричь траву. Особенно, когда открывается газонокосилка. Ну это вот просто... Вот реально кайфуешь с этого процесса.
Был бы у меня газон в реальной жизни, я бы, наверное, в реальной жизни бы. Знаете, так вышел в выходной, так чисто делать нечего. Пошел траву покосил. Только не триммером, он гудит слишком сильно, газонокосилкой. Газонокосилка вроде как потише. Но опять же, это не точно. Но триммеры эти, я не знаю, просто за две улицы, если кто-нибудь косит траву, то слышно просто реально на полгорода. Очень громкая фигня. Так что как-то так. Ну вроде да, смотрите, вот там еще что-то не достриг. То есть нам нужно вдоль полосы простричь всю траву. Хорошо, без проблем вообще. Давайте, короче, сначала в эту сторону пробежимся. Только для начала я бы вот здесь бы скосил траву на асфальте сразу, чтобы уже, знаете, не думать об этом. Уже смотрите, да, как преображается взлетная полоса? Просто вот лично я какой кайф с таких игр ловлю, это то, что, вот знаете, приходишь в какое-то супер засранное место, вот там просто вот все убито в хлам. Там вот, не знаю, вот в House of Flipper, опять же, в том же, лучше всего вот этот вот эффект виден. Когда ты приходишь, полностью засранный дом, там убитый, я не знаю, там такое чувство, что несколько поколений бомжей жило. И просто восстанавливаешь его, вот прям супер лухури домом его делаешь. И такой смотришь, да, да, это чертовски красиво. Ну то есть чисто, знаете, вот просто такой красивый эстетический вид. Вот лично я в такие моменты кайфую. Да погоди ты, не тренди, скоро тебя сниму. Понять бы только как сначала. Ну, вот вроде травушка, смотрите, да? Вроде убирается. Блин, мусора, конечно, просто жесть какая-то вообще лежит. Давайте здесь тоже сразу сострижем. Она вроде как нам не подсвечивается, что нам нужно стричь. Но чисто для себя я бы подстриг, чтобы это выглядело красиво. А где еще? Здесь еще надо... Просто вот не всегда понятно. Вот видите, вроде состриг, а какие-то кусочки все равно висят. Так, ладно, с этой стороны мы с вами полосу завершили. Давайте перейдем на другую часть. Давайте вот так по мусору. Жалко, мусор не удаляется. Сразу бы триммером тогда. Было бы очень удобно. Еще непонятно, как здесь мусор удалять, чем его удалять. Так, а что еще здесь? Что-то есть недобритое. Ну да. Все, я думаю, можно вот так вот чисто на шифте ускориться и пробежать до конца. Оп-оп. Хотя, смотрите, 100% мы уже набрали. Но, опять же, давайте доделаем до конца. Что у нас тут подсвечивается? Ну, как-то вот так. Не, ну нормально. Хотя бы уже, знаете, полоса выглядит, ну, получше. Получше реально уже выглядит, чем это было до этого. Ну и все-таки опасно, если полоса будет заросшая. Мало ли что там может произойти. Поэтому, конечно, да. Траву стричь обязательно. Вот с другой стороны, знаете, смотрю. Вот судишь по виду, реально засранный аэропорт. Здесь очень долго никого не было. Так, теперь нам grass in front of the terminal. А вот здесь, да, надо? Да, вот здесь. Вот, судя по всему, здесь очень давно никого не было. И почему-то вдруг решили восстановить этот аэропорт. Для чего? Почему вы раньше это не сделали? Так вот, о чем я говорил. Аэропорт засран очень сильно. Им действительно очень долгое время не пользовались. Но это логично. Видите, глушь какая-то. Вот просто кому он здесь нужен? И тут решили вдруг, нате-ка, идите восстановите нам этот аэропорт. И еще кто-то мне такие сумасшедшие деньги за это платит. Смотрите, 87 тысяч долларов. Просто за то, что я срубил 5 деревьев, сдул песок. И что еще я сделал? А что еще я сделал? А, ну вот, и подстриг чуть-чуть травы. И за вот это такие деньги. Нет, может быть, конечно, в реальной жизни это оплачивается именно так. Может быть, я не в курсе. Но это так не дешево, я бы сказал. Не дешево. Ну, с другой стороны, правильно, это в игре мы тут, вроде, знаете, быстро что-то там пробежались. Такой сразу хлоп, все красиво, все прекрасно. Блин, а в реальной жизни же эту траву реально заколебешься стричь. Так, новый аирдроп. Давайте попробуем под ящик, кстати, получится. Интересно, может он прибить? А ну. А, здесь нельзя встать под него. Там невидимая стеночка. Давай я открою сейчас новый бокс, посмотрим, что там. Это... Это керхер. О,
Вот и симулятор мойщика подъехал. Без проблем, давайте интерактируем. Help the go. А, ну help the go это еще. Вот это нам нужно помыть. Нужно помыть флор, стены и убрать еще мусор. Ой-ё. А как убирать? Может, топором? Ну да, топором, смотрите-ка. И что, мне вот так на каждую бутылку клацать? Мне это не нравится, если что. Это реально неудобно. Можно было какую-нибудь, не знаю, хотя бы, знаете, чтобы по несколько предметов захватывал. Просто вот так вот по одному брать, ну это как-то такое себе, что ли. Давайте, наверное, с внутренности начнем. Посмотрим, что там происходит. Хотя у нас, по-моему, задача только помыть внешние стены, внешний пол вот здесь. И что еще? А, ну и мусор убрать. Ладно, давайте, раз уже начали с мусором. Ой, блин. Ой, тут сколько всего. Ну хотя бы это подсвечивается, это уже хорошо. Хотя бы не нужно искать мусор. Опа. Интерактируем. New plant. Фиг его знает, что это. Может, это просто пасхалки какие-то, которые на уровне лежат. И вы знаете, помимо того, что убираешься, еще собираешь всякие секретики. Что, часы тоже надо убрать? Часы тоже. Так, тут туалет, раковину, тряпку убираем. Все топором делаем. Просто любые вещи убираем топором. Вот. Теперь здесь еще, да? А внутри вопрос, нужно мыть или нет? Просто как бы тут тоже вроде грязно. А это что? Это тоже надо снести. Все, есть 100%. Но смотрите, здесь тоже как бы засрано. Блин, фиг его знает. Ладно, давайте начнем по заданию все делать. А ну-ка, а может козу можно вот этой штукой снять? Иди сюда. О, смотрите-ка, выполнилось. Иди помою сюда. Ой, хорошо тебе, да? На самом деле, в реальной жизни лучше так не делать. Потому что герхер штука такая. О, как моется, кстати, хорошо. Герхер штука такая, что и поранить может. Вот видите, если она так грязь забивает, то что она может сделать с кожей? Хотя, может, козы моют с керхера, я без понятия. Может, так и делают. Кто, ребят, знает, как моют коз, напишите, пожалуйста, в комментариях. Потому что я реально не знаю, мне интересно. У керхера, может, есть только послабее. Так, блин, коза ж не будет стоять просто так, она же будет убегать. И явно не понравится, что ее кто-то решил с керхера обдать водой. Так, 100% есть, все, пол помыт. Теперь давайте стены. Очень хорошо моет, смотрите, да? Какая большая область захватывается. В реальной бы жизни так. Так, все, здесь есть. Здесь есть, да? Бабла, конечно, сыпят вообще нормально уже. 101 тысяча. А по сути, еще даже какой-то тяжелой работы мы с вами не делали. Все по лайту. Кстати, шум ветра такой сильный. И это при том, что у меня громкость стоит на 3% в настройках игры. Общая, вернее, громкость. Что-то детально я, по-моему, не уменьшал, не помню уже. О! Не, ну, конечно, выглядит красиво, красиво. Осталось нам сколько? 9% всего осталось. Фу. Легко. Эта работа просто легчайшая. Кстати, дождь начинается. Все, да, помыли? One more thing. I forgot about something. Еще что-то прилетит. А ну-ка. Давайте еще что-нибудь помоем. Что-нибудь еще можно помыть? Вроде больше ничего не моется. Давайте, наверное, пока там падает вот эта штука, поудаляю вот этот мусор здесь. Иди сюда. Не, коза не удаляется. С козой ничего не происходит. Так, здесь мусор. Вот здесь, смотрите, огромная куча. Вот хорошо, что вот эта куча удаляется сразу. Сразу все. Так, пойдемте открывать коробочку. Что нам там дали? У нас еще и темнеет. Давай, опа. Подарок. А за что подарок? Можно поинтересоваться. Давайте посмотреть. Интерактируем. Lights. Нужно лампочки, смотрите, да, расставить. Прикольно. Давайте сейчас тут еще мусор уберу. Вот так, вот так и вот так. Все, чтобы ничего нам не мешало.
Так, лампочки, лампочки. Вот они. Есть разные цвета. Но я думаю, логично, наверное, красные. Обычно же лампочки красного цвета используются на посадочных площадках. Поэтому, да, давайте красный. Да не переключайся ты. Красный мне. Вот. Все, отлично. Ой, как громко-то. Ой, как громко-то. Громкая гроза. А за это со мной еще увязалась. Может, она будет напарником каким-нибудь. Все-таки не просто ж так ее сюда впихнули. Блин, громко очень. Давайте сейчас потише сделаю. Потому что гроза реально долбит сильно. Вот видите, на 3 у меня стоит мастер звука. Давайте еще вот здесь под уменьшим. Кстати, смотрите, отдельно есть опция звука козы. То есть как-то все-таки эта коза у нас будет связана, может быть, с сюжетом, может, еще с чем-то. Раз для нее выделили даже специальную опцию. Не, ну а что, смотрите, по сути, главный герой наш спас эту козу. Она ему благодарна. Решили подружиться. Знаете, напоминает такая история из Шрека. Только вместо Шрека я, а вместо осла козел. Прям идеально вписывается. Кстати, круто выглядит. Лампочки красные, мне кажется, мы удачно выбрали. Вот видите, все равно громко, блин. Жесть какая-то. Придется, наверное, вручную понижать громкость этой грозы. Как-то вот звук не сбалансирован здесь. Вот мне не нравится. Какой-то триммер звучит тихо, зато гроза долбит прям вообще по ушам сильно. Так, все. А? Смотрите, как выглядит красиво. Ну что тебе надо, друг? Травы дать? Check the fuse box to resolve the power outage. А, электричество вырубило. Пойдемте fuse box проверять. О. Слышите, как гремит? Так, 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 давайте сюда спрячемся. А вот в здании, кстати, потише. Так, включаем. Все? Ну да. И смотрите, это, видимо, мы сделали минимальное количество действий для завершения контракта. Нам предлагают с вами доделать все то, что мы не доделали. Ну, давайте попробуем что-нибудь, а почему нет? Хотя бы вот этот ангар разобрать. Вот клен даст. А, подождите, я еще и не всю пыль сдул. А где? Я же все вроде сдувал. Что не так-то? И дождь вроде, кстати, заканчивается. Это прекрасно. Мусора, тут еще куча. Я вот не понимаю, Clean Dust, это же тут пыль сдуть-то с взлетной полосы. Так я вроде все там сдул. И проблемы. Можно, блин, сразу кучей удаляться? Почему всегда по одной? Иногда несколько, кстати, хватает. Но все равно. Неприятно. Удобно было очень в House Flipper. Ты просто клацаешь... И там дополнительно этот мусор сам выделяется, как, знаете, помогает тебе взять нужный объект в прицеливание. Здесь же такого нету. Здесь вот ходи. Как подсветку может включить? Как вообще сообразить-то, как это работает? Игра неплохая, но, вот знаете, все равно рано или поздно... О, фонарик есть. Прикольно. Но рано или поздно, знаете, она все равно превращается в такую вот нудиловку. То есть ты делаешь это одно и то же. Делаешь заказы, непонятно для чего ты делаешь их. Вот просто в том же House Flipper, да? Там есть прикол делать заказы, пока есть какие-то новые дома с какими-то, ну, своими небольшими мини-сюжетами, особенно из DLC. Кстати, вот тут можно помыть? Давайте попробуем. Так, а вот смотрите, цветочки есть, которые подбирали. Не, не моется. Хорошо, ну здесь вроде бы все. Пойдемте наружу, посмотрим, что там. У нас тут ночь, что ли, или рассвет. Ну, здесь много мусора, давайте уберем. Так вот, я это, собственно, к чему? Это интересно поначалу, потому что это все-таки, знаете, что-то новое. Ты делаешь, прокачиваешься потихоньку, ты видишь какой-то прогресс. Кстати говоря, заметьте, тень летает. Оп-оп. Ты видишь какой-то прогресс. Потом уже в какой-то момент это превращается все вот в рутину. Когда ты уже
все попробовал, тебе уже, в принципе, в игре, да, ничего не удивит. Ты можешь делать все, что ты захочешь, у тебя все есть. И вот на этом моменте у вас начинается однообразная игра. Например, есть еще какие-то контракты, которые бы вы хотели доделать. Но вам просто тупо неинтересно, потому что вы уже видели все в этой игре. Вот так и здесь, скорее всего. В реноваторе этих ЖД-станций тоже примерно похожая тема. Вначале все как-то интересно, неплохо. Особенно там интересная механика выброса мусора. Там именно сортировка идет на разные виды мусора. И вам нужно все собирать в пакетики и сортировать. Прикольно. В других каких-то играх я не видел такого. Потому что в House Flipper том же там просто исчезает. Здесь, видите, тоже по сути просто исчезает. Так что своя в этом фишечка есть. Хотя, может быть, в полной версии игры здесь будет как-то побольше возможностей, будет что-то интересное, может, какие-то больше каких-то интересных заданий, занятий. По-любому же не все ограничивается тем, чтобы помыть, подстричь и что там, срубить. Все. Я думаю, по-любому должно быть еще что-то. По-любому какие-то будут аэропорты интересные. Это вот такой, знаете, стартовый, это понятно. Такой лайтовенький. А вот эту можно штуку убрать? Нет, ее, видимо, нельзя. Хорошо. Что, будем, пойдем дом помоем, может быть? Мусор я почти весь собрал. Где-то еще есть. Вот тоже опять проблема. Где мне искать 2% мусора? Вот я что-то пробую нажимать. Ничего не нажимается, чтобы, знаете, хотя бы как-то это дело подсветить, как это было у нас в начале. А, вот еще, смотрите-ка, вижу. Вижу, окей. Так, 99 и... Нет, еще не все. Ладно, сейчас посмотрим, где у нас еще есть мусор. Короче, нашел я вот еще рядом с взлетной полосой какой-то мусор. Вот как я его здесь должен был увидеть? Вот как? Объясните, пожалуйста. Чисто случайно наткнулся. И то, смотрите, 99%. Где еще мусор? Опять 99. Ну-ка, если дерево срубить. Так. Тут, смотрите, какой-то проход интересный. Пойдемте посмотрим, что здесь. Может, здесь какой-то мусор, оставшийся 1% есть. Либо еще что-то. Так. Сюда. Судя по всему, теперь сюда. О, а эта коза, смотрите, она так и ходит за мной. Короче, все, она теперь с главным героем повязана навечно. Так, а что здесь? Что здесь? Есть что-нибудь? Нет что-нибудь? А ничего нету. А дофиг я тогда сюда шел? А, вот, посмотрите, стоп. О, вот это типа такое секретное место. И цветочек здесь есть. Ну, я, в принципе, как и говорил, скорее всего, нам эти цветочки нужно собирать здесь по приколу, может быть, либо что. Давайте спрыгнем, попробуем. Надеюсь, я не расшибусь. О, бо, вроде жив. Отлично. Я тут видел этот цветок, давайте попробуем посмотреть, что это. А, это просто куски травы. А вот этот второй, это подсолнух. То есть я нашел подсолнух и кусок травы. Ну, давайте куда-нибудь посадим, почему бы нет. А, их можно даже бесконечно ставить. И здесь можно также и типа газончик укладывать. Во! Ну, это прикольно, смотрите-ка. Ну, это прикольно. То есть мы собираем такие типа секретики. И... А, вот еще, смотрите, один. И потом их можем использовать в качестве украшений. Как только понять бы, как до него добраться. А ну, давай. О, все. Давайте попробуем его. А, здесь типа дерево, что ли, это? Ну да, какая-то типа мини-елка. Давайте сюда поставлю, здесь лучше видно. Во. Ну, вроде прикольно. В целом прикольно, но опять же, надо смотреть, что будет по итогу. Как вообще будет выглядеть игра, насколько она будет разнообразной, насколько она будет интересной. А, смотрите, как, кстати говоря, вот он мусор. Ну, 100%. Нет, нифига не 100%. Разработчикам нужно добавить возможность подсвечивать хотя бы какую-то небольшую область вокруг себя, потому что, ну, видите, я бегу, я не вижу. Может быть, где-то бутылка какая-то маленькая лежит. Или банка, и все, и ее не видно.
это срочно нужно добавить, потому что вот так вот лазить по карте, особенно, знаете, перфекционистам, кто любит, а вон мусор, кто любит выполнять задания на 100%, я как раз таким являюсь. И поэтому это прям проблема для таких людей, потому что вот это искать вот эту банку, какую-то склянку здесь, ну сделайте подсветку. Ну ладно, хотя бы смотрите, мусор мы до соточки собрали, остальное, я думаю, делать смысла нету. В принципе, это все виды работ, какие мы с вами попробовали. Мыть, ну что здесь мыть? Ну мыть, ну блин, да ну не, ну что здесь мыть? Ну давайте вот так вот сердечко. Вот так вот, оп. Не, не получилось. Давайте здесь попробую. Сейчас такой... Вот тут напор очень сильный. О. Ну, возможно, это сердечко, возможно, не сердечко. Не знаю, ребят. Я старался. Ну, все. Ладно. В целом, игра неплохая, но можно много чего добавить. И, возможно, эти разработчики добавят. Все-таки уже опытные люди в таких играх. И давайте, наверное, с вами на этой ноте закончим. Пишите, что думаете вы по поводу игры. Также, ребят, не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, чтобы не пропустить новые ролики. Ну а с вами был Домриэль, всем гудбайте и до новых встреч.